Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Мы идем в Костко. В Костке нет очереди, это хорошо. Джек Дэниелс. И что это вот это такое серебристое? Handmade водка. Это самогон? Глютена. А, без глютена? Ну тогда позора нет. Берем. Тогда ящик, да? 17.99. Давайте покажем. Вот такие белые. Кстати, они не тяжелые. Капусту заряжать. Предлагаю, наверное, вот этот вот. Давай. Более мясной, да? Как там выглядит? Более мясистый. Скоро распаковка на канале. Следите. Конечно, опять все съедим. Делайте подписки. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео о распаковке десерта. 6.79. Один солененький арахис. Зай, не надо беленький. Зай, беленький надо взять. Беленькую водичку надо брать всегда. Холодос, пойдем? На Седике надо брать. На Седике святое. Короче, 11.99, 4 доллара сейл. Давай, тем более день рождения впереди. Все, гульнем, ё-мо. Сало с рыбными бургерами. Зай, ты с этим салом, я не представляю, кто это будет есть и как он. Сварочки, обжаривать, ложить в булочку, это будет такая тема. Вон, ну на день рождения посылай. Кот, ты у меня дурачок такой, я поражаюсь. Вот, ставь сюда, Фрэнк. Котик, вообще-то ты должен делать. Короче, купили вот такую модную водичку, а как они 4 вкуса разбили на 15 бутылок. Может, круассанчиков зацепить, не хочешь? Нет. Как хочешь. А я зацеплю, да. Ты можешь не зацепить, а нутеллу. Не надо, хватает у нас. Это маленькая баночка, ее не надо брать, да? Ну нет, это нормально. А, нормально? Вот эти нам нужны? По 6.49? Это большой пакет, да? Ну, мы всегда такой берем, он 10 рублей. Не маленький. Угу. Как в этом, помнишь, национальная охота? Это большой карась. Большой, не маленький. Пойдем маску брать. Может... Нет, он мед есть еще. Зай, там полбанки всего. И, кстати, да, нашего нет. Меда нет. А вон он стоит. Да, он, кстати, нет, наверное... Зай, если он насыдет, то мы его возьмем. Нет. А он не насыдет. Тем более. Посмотри назад, чтобы мне не разворачиваться. По 9.99, не на сейле. Значит, потом возьмем. Заходим в этот ряд, да? Да, пойдем маску. Пошли. Так, мы хотим взять маленькую, да? Да, маленькую, такую совсем большую не хотим. Слушай, тебе вот нравилось вот это, которое мы раньше, последнее, что мы допили, это авокадо? Не знаю. Значит, не знаю, но ты что вообще? Ну, мне не понравилось то, что мне в прошлый раз капало. В прошлый раз это масло. Вот это ты имеешь в виду, вот такое? Опа. Вот такой авокадо. Угу. Ингредиенты только авокадо. Ну, это интересно, да? Давай запускать. Давай. Но у нас другой не. Что здесь еще? Сейчас посмотрю, подожди. Для всего подходит. А для салата оно не написано. Я себе разрешаю пользоваться ими. Пойду вон там посмотрю. Для салата хватит. Можно лимонным пользоваться. Что ну там? Мне вот иногда с маслом нравится. Зайти. Да, мне иногда да. Лимон, так, ну, наверное, берем это. Сколько оно стоит? Ну, пока еще 10.49, да? Пока берем, но не решили. Вот. Так, еще дошли вот до такого оливкового. 11.99. Сейчас покрутим его. Блин, такая бутылка.
Зай, давай еще ее возьмем. Да, так мы ее, наверное, возьмем. Я пытаюсь ее рассмотреть. Да, это надо взять. Короче, берем еще вот такое. 11,99. Там было $10 за литр. Это за 750 миллилитров. Это нам этот уксус не нужен. А что ты говорила еще, какая зайка? Все, я ошиблась. Тут красивый лимонный концентрат. 8,49. На, подержи, зайка. Красный. Напишите, кто живет в Америке, пользуетесь ли вы лимонным концентратом. Вот я почему-то, когда его вижу, мне кажется, что это, ну, какая-то химия. Зайка, написано органик, туда-сюда. Но все равно у меня как-то вот, ну вот, ну не знаю. Но вот эта бутылочка мне нравится, вот эти две. Тебе просто бутылочки? Ну, это упаковка, и то, что он органик, вот 8,49. И ты знаешь, 2 по литру, это, в общем, может, Зай, нам стоит взять его, нет? Зай, давай допьем. Может, просто лучше выдавить из лимона, как мы это делаем? Мне нравится вот эти лимоны. Просто мы покупали как-то вот этот концентрат в какой-то в одной большой бутылке, помнишь, мы да? Мы здесь же покупали в другой бутылке. Но в другой совсем, да? И потом у нас какие-то маленькие есть. И вот мне почему-то к ним какое-то недоверие, вот как будто... Зай, маленькие тебе, может быть, даже немножко вкус не привычен, потому что не лимон, а лайм. Поэтому тебе кажется... Нет, нет, мне в принципе недоверие, когда вот этот вот типа сок в бутылке, мне кажется, что это какая-то химия. Вот если кто в курсах и может конкретно рассказать, пишите в комментариях. Развенчайте мое недоверие, это правда или нет. Кабаносы не будем вот такие брать? Как хочешь, Зайка. Не, сало, взяли, сало, что-то я это куплю. Короче, решили зацепить вот такую вот фигню знатную. Здесь еще и колчик. Катарина будет сейчас. Вот здесь 4 штуки. Маришка будет хендмейдить с Катаринкой. Короче, я буду блин, в этом блины штабе. Блины допиты, 8,99. Так что, все-таки пойдем чипсов купим. Ну, погнем, конечно. Но. Да побольше. И попкорн. Побольше. Побольше. И сегодня будем смотреть этот классный сериал. Короче, смотреть этот классный сериал. Подожди, мы еще юрский период не весь посмотрели. Или ты имеешь в виду после отбоя? После отбоя, Зая. Короче. Без детей тихонько. Короче, мы тут это узнали про один сериал, который уже 100 лет назад прошел. Мне, ну, 100 лет, но не, не очень старый. Ну, давай. Давай. Как-то он называется. Но мы потом вам расскажем. Интересный, фантастический. Да выбора нету, он один. Да, синий, желтые тебе не берем. А вот эти. Короче, Маришка забрала последний пакет вот этих, это я не знаю. Кстати, это какие-то другие должны быть. Там вообще что-то ванило написано. Да, мне кажется, их просто туда вставили. Короче, берем дарить. Не... А, вон, ты руфлсы взяла, да, возьми не мят. Да, я поменяю. Да, да, а то тут мятый какой-то. Короче, Катаринка у нас любит вот такие. Есть. А у нас приближается большое муви найт, потому что у мамки будет день рождения. А у папки что будет? Папки через пару дней будет. Так это, а кукурузные палочки будем брать или нет? Ой, ну не знаю. Что у них тут нарисовано? Ой, за как какие-то они не стрёмные. Да. Короче, кто... Нет, с луком. Они... Со сметаной и с луком. Ну, наверное, это что-то, наверное... Вы напишите, если кто ел в Америке, расскажите, что и брать или нет. У них даже протеин, тоже глютен-фри. Да, что нам это самое? Давай возьмем одну еще, что-то мы будем мучиться. Только я не понимаю, это вот это, наверное, да, по 3,97. И все какие-то закончившиеся и помятые. Ну, давай один выберем, это хороший пакет. Давай, мы вина, как мы вина. Что по чипсам? Больше тут ничего интересного нет, да? Мне кажется, нам нормально на всех. Давай, на разворот. Аккуратно, Сережка. Я аккуратно. Антоша любит у нас со сметанкой и с луком.
Мне вот эти в прошлый раз вообще не понравились. Вот эти, они очень жирные и очень тяжелые. Зай, а вот что по этим будем делать? Не будем мы выбирать за это, ибо когда они есть в доме, их кто-то все время точит. Поэтому не будем. Не будем. Разбедно. Пошли конфеты. А, хлебный не идем отдел, да? Нет, Сережка, мы недавно хлеб купили, тогда в Смарте заскочили, нам достаточно. Кстати, очень вкусный хлеб продается в Смарте тоже. Он немножко похож на вот этот. Он тоже с этим цельнозерновым, в общем, достаточно... А он дешевле, Сережа, достаточно, самодостаточно. Или одинаково по цене? Дешевле? А я не сравнивал. Мне кажется, чуть-чуть дешевле. Не могу сказать ничего. Я думаю, надо взять... Слушай, что ты выдумал, что там МНДМ дороже? Смотри, мне почему? Один раз как-то он на доллар в своем славе был дороже. Мы еще говорили, что они перекупили, помнишь? И вкуска тогда не было. Может, это какая-то разовая акция была? Давай возьмем, наверное, вот этот шоколадный. А он из шоколада? Да. Блин, у меня прям аж подсасывать начинает. От одного его только вида. Возьмем и никому показывать не будем, сами скрумкаем. Короче, 12.89. Зайка, какие мандемсики лучше взять? Зайка, какие оба, блин. Потому что третьего здесь нету, мы его там не взяли. Алманс 12.89 за 3 ЛБ, а мандемсы меряют вот почему-то. Зай, сколько там написан вес? Скажи, пожалуйста, на мандемсе. Вот я не перевожу здесь. 1700 грамм. Сколько? 1700 грамм. 1700 грамм, это получается килограмм 700 грамм. Ну, у нас вот как-то, я там, вообще, если честно, я скажу, я все читаю очень редко, эти комментарии там или еще что-нибудь. Подожди. Очень редко комментарии или еще что-то, и там написали, ой, зачем вы столько этого берете? Ну мы же не садимся, как, ну я как получается сейчас как оправдываюсь, что ли? Ну мы же не садимся. Оправдывайся. Сейчас мы будем оправдываться. Нет, ну просто у нас... Перед собой. За, я перед собой не оправдываюсь, мне не за что. Но я просто, я не понимаю, как они понимают, что... То есть мы не садимся, не ставим банку шкурок, МНДМСов и чипсов. И все вместе такие наяриваем. И за раз не съедаем, конечно. Берется по чуть-чуть. Маленьким корыцем, таким вот маленькой мисочкой. У нас действительно есть вот такие небольшие маленькие стаканчики. И дети мисочка. Знают, что если они что-то хотят, допустим, те же МНДМСы, их можно взять, скажем, порционно, их... То есть не чашкой для не чая. Не можно. Вот я говорю, так и в УТС стоит, да. А мы, типа, все, привычка. Ну, короче, ладно. В общем, ну, всего надо есть в меру. И это хорошо. Поэтому я сейчас пойду возьму себе бунти конфетки и буду их есть немного в меру. Какие? А я свои любимые делаю. А так ты хочешь микс взять? Нет, а здесь смотри, какие-то манго с этим. Манго я бы не рисковал. Да. Если бы мне дали ее вот, одну попробовать, то, да, ну я понимаю. Если бы мне ее дали, может, она бы мне понравилась. Да. Короче, вот эти конфетки, они очень вкусные. Стоят они 10.69. Сколько килограмм там почти, наверное? 600 грамм, да. Ну, это, в общем, по шоколаду, если ценить, то это дорого. Ну, как дорого? Это у каждого своя мерила есть, дорого или дешево. Вы на это не обращайте внимания. Короче, решили уже, чтобы совсем голова не качалась от сладости. За 7.99 взять вот такую панду. Они вкусненькие, почему? Да. Я все еще хочу зайти в косметику, посмотреть. Пошли. Кремку увлажняющую. По? Сравнить его, допустим, если его покупать. Ну, конечно, Маршал тебя не будет однозначно дешевле. Да, почему ты просто сам хотел взять? Просто потому, что у нас Саша есть. Да, значит, не будем, да. Это я забыл. Не берем, не берем. Пошли за смотреть сюда. Сереж, а протеин? У нас есть протеин. У нас есть протеин? Да. Это хорошо. В общем, если вы думаете вдруг купить протеин в Америке, то не покупайте его в Коста, потому что цена на банку на 10, а то и больше долларов дороже. Даже если на сейле, то все равно разница до десятки доходит. На Амазоне гораздо дешевле. Вот, поэтому, если вам нужен протеин, на Амазон. На этом круиз по Костко будет заканчиваться. Витаминов у нас хватает, наверное, да? Угу, для деток и для себя. Пойдем на кассу, а вам потом расскажем, что почем, какой хоккей с мячом.
Мы здесь не хотели кстати, посмотреть, что здесь выставить, или нам ничего больше не надо? Мы можем посмотреть, но нам по большому счету не надо. Ой, а где касса у нас? Ну вот, мы, наверное, будем за этой девушкой вот так стоят. Хорошо походит. Короче, дерзкие покупатели без масок. В общем, у нас вроде на маске отменили. Зай, ну я видела конкретно я в Оранж Каунте. В Оранж Каунте это, да? Ну, в общем, периодически где-то что-то отменяется, но у нас уже на пляже можно сидеть. Да, и вот когда мы в парке гуляем, да, то, ну, скажем так, 70% в масках, а 30% без масок. Поэтому, ну, им замечания никто не делает, ну, не знаю, в общем. Но самое интересное я расскажу про пляж. Когда открыли пляж, там можно было бегать, можно было ходить и можно было купаться. А сидеть на песке нельзя было и загорать. В общем, покупался и быстренько беги. Побежал. В общем, как это вот кто-то себе представляет, я не знаю, но с сегодняшнего дня или с какого там, со вчерашнего, уже можно валяться на песке, так что скоро может быть... Мне кажется, в первую неделю нечего туда сунуться, сейчас все там уволяют. Будет негде будет встать. Ну, в рабочий день пойдем. За сегодня рабочий день, и я думаю, все равно там будет очень много людей. Ну, завтра, потому что каникулы... завтра сходим на разведку. Вот, а в Костке мы потратили... У нас очень хорошо пахнет. Да, у нас такое вот красивое дерево цветущее. Маришка говорит черемуха, я говорю сирень. Ну, в смысле нет, запах. Похож, да. Ну, в общем, сладкий, приятный запах. Что за дерево, не знаем. В Костке потратили $195. Было бы гораздо дешевле, если бы не купили сало и шоколад. Вот такие вот дела. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить распаковку. Давай я тебе сало замариную с чесночком, там туда-сюда. Давай. А что у тебя слюни? Я уже не могу, блин. Что-то мне так захотелось сало давно. А потом вот мы на днях делали маленькое барбекю на балконе, и там были такие сальные колбаски. И прямо вот так вот, как будто в детстве на костре. Блин, так захотелось. Так что, короче, колокольчик ставьте, не пропустите распаковку. Из Sam's Club будет свиная жареная кожа. Из Костка будет десерт, и из Костка будет сало на мангале. Да 100 пудов надо сделать. Вот мы пока соберемся опять. Все, увидимся в интернете. Пока-пока. Вы были на канале. Наша с вами. New Life is My Life. Bye-bye.